2 сентября 2012 года состоялся поединок между чемпионом мира по версии WBA в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и претендентом из Польши Гжегожем Проксой. Бой не прошел всю дистанцию. Поляк побывал на настиле ринга в первом, втором и пятом раундах. После третьего нокдауна поединок был остановлен. Результатом стала победа Геннадия Головкина техническим нокаутом.